Na Yasov, no jogo, na gol! Павел Сичко делает голевую передачу на Алексея Гавриловича! Ну что ж, друзья, вот на этом, пожалуй, и все для Слуцка на сегодня. Совершенно один оказался брестский капитан на дальней штанге. Классно закрутил туда мяч Сичко. И Гаврилович головой с близкого расстояния пробил Бориса Панкратова. 93-я минута. 2-0, брестская «Динамо», ну, уже можем сказать, точно выигрывает этот матч. Может быть, если еще Слуцк успеет последнюю атаку провести, забить, может быть, и не в сухую, но выигрывает совершенно точно.